Американский актер, продюсер и сценарист Тайлор Перри, который является прихожанином церкви Тиди Джейкса «Дом горшечника», рассказал о сложностях и успехах своего бизнеса. Он подчеркнул, что сложности помогли ему стать лучше. Перри рассказал, что до того, как он стал успешным медиамагнатом, ему пришлось пройти через взлеты и падения и практически лишиться всех своих денег. В прошлом году Перри признался, что он 2 года уже пишет себе письма от Бога. Как отметил телемагнат, письма очень поддержали его. В письмах Перри обращается к себе «Дитя Господа» и вдохновляет себя на великие свершения.